Сегодня готовим сочные, нежные рыбные котлеты из щуки. Итак, приступим. Первым действием очищаю рыбу от внутренности и снаружи. А затем обрезаю филе. Получаются вот такие филешки. Далее филе рыбы нарезаю на кусочки. А дальше готовлю фарш. Рыбу измельчаю в блендере. Или можно рыбу прокрутить через мясорубку. Перекладываю фарш в глубокую миску. Еще в фарш буду добавлять чеснок, репчатый лук и кусочки свиного сала. Также все ингредиенты пробиваю в блендере и добавляю к фаршу. Еще добавляю яйцо, 3 столовые ложки манки, соль и перец по вкусу. Я кладу черный молотый перец, можно добавить любимые специи. Теперь все хорошо тщательно перемешиваю. Готовый фарш оставляю минут на 10, а затем приступаю к жарке котлет. Формирую котлеты любой формы. У меня сегодня кругленькие. Панирую котлеты в муке и обжариваю на растительном масле. Жарю котлеты на среднем огне до золотистой корочки. Когда котлеты с одной стороны подрумянились, переворачиваю. Прикрываю сковороду крышкой, убавляю огонь и жарю еще 5 минут. Готовые котлеты подаю к любому гарниру. Котлеты получились очень вкусные, сочные, мягкие и нежные. Попробуйте, друзья, приготовить. А я жду ваши отзывы, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения. С вами была Лана, канал Микс Рецептов.